Скандально известная французская газета «Шарли Эбдо» разразилась новой глумливой карикатурой на тему катастрофы российского авиалайнера на Синае. На сей раз, позволение сказать, художники превзошли сами себя. Рисунок откровенно непристойного, если не сказать порнографического характера, поместили прямо на обложке. Демонстрировать его вам по понятным причинам мы не будем. Добавим только, что поведение французских карикатуристов вновь стало предметом возмущенных обсуждений в соцсетях. Такую же волну негодования вызвали и два предыдущих кощунственных рисунка, в которых Шарли Эбдо поглумилась над памятью погибших пассажиров аэробуса.